Не попадись в сети, доверяй только проверенным источникам информации. Так звучит призыв учеников Старогородковской школы. Ученицы 6 класса создали социальный ролик, чтобы обратить внимание подростков на существующие проблемы и подводные камни сети интернет. Когда взрослые просто им говорят, этого нельзя делать, нельзя долго сидеть в интернете, будь аккуратен, это одно. А когда ребенок изучает изнутри эту проблему и понимает, в чем опасность сети интернет, что не только польза, но есть и неправильные призывы, в том числе и к суицидам, и к митингам, и другие проблемы, ребенок более глубоко это понимает. И своими словами начинает объяснять уже и своим друзьям, одноклассникам, и сам будет более осторожным, когда смотрит какую-то информацию, получает какую-то информацию в сети интернет. Это только муниципальный этап. В прошлом году работы одинцовских ребят получили высокую оценку на областном уровне. В этот раз участники вновь планируют побороться за звание лучших в регионе. В прошлом году наши ребята, девочка из Большевиземской гимназии, стала победителем регионального этапа. У нее очень необычная была творческая работа. В этом году она тоже принимает участие. И мы на самом деле, конечно же, ждем замечательных результатов на регионе. В каждой работе призыв к осторожности и внимательности. Эти качества выходят на первый план, как только ребенок открывает браузер. В огромном потоке информации сложно разобраться даже взрослому. Именно поэтому проводить профилактические беседы так важно. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».